защищенная и функциональная экшн-камера с качественной съемкой в 4К. Сегодня рассмотрим экшн-камеру DJI Action 2 в комплектации Power Combo. Вместе с камерой в коробке уложен дополнительный аккумуляторный блок, магнитный шнур, магнитное крепление, кабель питания и пользовательская документация. Посмотрим на саму камеру. Она получила квадратный корпус размерами 4×4 на 2 см и весит всего 56 грамм. Спереди расположен светосильный объектив с углом обзора в 155 градусов. Сверху единственная физическая кнопка управления. Сзади сенсорный экран диагональю 1,76 дюйма. Сбоку вынесены микрофонные отверстия. Важной особенностью данной модели является дополнительный аккумуляторный модуль, который крепится к камере снизу и добавляет ей время автономной работы. Вместе с ним время работы составит 180 минут при съемке со скоростью 30 кадров в секунду с разрешением Full HD и при отключенной системе стабилизации. Автономности самой камеры при тех же параметрах хватит на 70 минут. Также на дополнительном модуле есть встроенный слот для карты памяти microSD с емкостью до 256 гигабайт. При этом к порту Type-C можно подключить внешний микрофон. Обратите внимание, что весь комплектный крепеж можно использовать как с установленным дополнительным модулем, так и без него. Теперь о качестве записи. Данная модель оснащена 12-мегапиксельной матрицей и умеет записывать видео в 4К разрешении. Если выбрано соотношение сторон 4 к 3, то доступны 60 кадров в секунду, а при выборе 16 к 9 доступны 120 кадров в секунду. При выборе Full HD разрешения частота ограничена цифрой уже в 240 кадров в секунду. Кроме того, даже при выборе максимального разрешения и частоты кадров 60 FPS доступна цифровая стабилизация изображения. Запись видео осуществляется в формате MP4 с кодеком H264 для сжатия видеопотока, а максимальный битрейт составляет 130 мегабит в секунду. Запись может осуществляться на встроенную память объемом 32 гигабайта или на карту памяти, установленную в дополнительный аккумуляторный блок. А для подключения к смартфону имеются встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth.